Комплексная безопасность – это главное российское мероприятие в этой отрасли. На одной площадке ведущие предприятия промышленности и научные учреждения ежегодно представляют более 250 экспонентов, перспективных разработок и новейших образцов пожарно-спасательной техники. Экспозиция занимает более 40 тысяч квадратных метров выставочной площади. В рамках деловой программы проходят свыше 100 разнонаправленных мероприятий. Ежегодно участниками салона становятся более 25 тысяч специалистов.